где, ну, кто меня смотрит регулярно, знает это место. Я в кафе, где готовят самый хороший борщ на районе. Ну и что ж, решил сегодня именно из этого места рассказать вам дальше, что было со мной, какие у меня были приключения. Если вы помните, если вы смотрели первые три части, то вы уже понимаете, что я сейчас буду рассказывать про Болгарию. Кто не смотрел, можете поискать на моем канале эти три видео. Ну, вообще, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, легко найти в поиске «Препод от Бога». Ну, обязательно подписывайтесь на Boosty и становитесь спонсором моего канала YouTube. Почему? Спросите меня вы, а я вам скажу. Потому что именно там... Спасибо. Именно там я буду выставлять все серии того самого реалити-сериала «Беженец», где будет непосредственно показано то, что я вам сейчас буду рассказывать. Да? То есть сейчас я вам рассказываю, по сути, в косвенной речи, да, о том, что со мной происходило. А вот эти все видео, которые вы сможете увидеть на Boosty и на YouTube, будучи спонсорами, это именно вот прям прямая речь, настоящая. Это все, что у меня на жестком диске. Я все это компоную в такой вот сериальчик и показываю. Я думаю, вам будет интересно посмотреть и как я попал в Париж. Я уже выставил это видео. Как я жил в Париже, как я купил велосипед за, по-моему, 40 евро. Как у меня его украли, как я шатался по Нормандии под дождем, и мне предложили работу, которая, в принципе, помогла мне потом сделать ремонт в своей квартире. Красивые цветочки, оранжевые, похожие на маки, но не маки. Вот вам дорога, обычная дорога в Британии. Блин, ну, у нас, конечно, такого нет. Так, чтобы так было ухожено, красиво. Я иду под дождем, вы знаете, и все равно мне круто. Об этом я не рассказывал. Ну, может быть, потом еще как-то расскажу. Я не могу все помнить, к сожалению. Вот. Увидите, как я добирался до замка Сан-Мон-Мишель. Это тоже такая себе история прям интересная. Сколько там километров, я не помню. Я из Британии в Нормандию, или наоборот, из Нормандии в Британь шел автостопом до Мон-Сан-Мишель. Торможу, никто не останавливается пока. Но я уже говорил. Показывает Google, что 6 часов идти пешком. Не знаю, блин. 6. Я в 6 только туда приду. Такое, лучше, конечно, постоять, машинку потормозить. Merci beaucoup. Так. Едем дальше. Это тоже очень интересно. Ну, потом была Канада, после Канады. После Канады, я уже сказал, был Стамбул. Там были приключения с телефонами, которые я пытался продать. И мне давали всякие там фальшивые деньги и т.д. и т.п. И после этого, как я уже сказал, я решил уже после пересадки волос, после операции поехать в Болгарию к сыну. Вот это был такой сложный период. Я в прошлый раз уже про это рассказывал. Действительно сложный, потому что на меня все вот так вот как-то навалилось в тот самый момент. Да, я уже сказал, что вот тот подъем, который был до этого, он куда-то ушел. Потому что вот все свои проекты... Спасибо. Красавчик. Классный борщ, действительно настоящий здесь борщ готовят. В шо, ну, вы знаете. И что, все свои проекты я осуществил, да, если можно так это назвать таким словом. И получается, что я хотел и в Канаду поехать, мне было интересно, я думал, может быть, я там осяду. И после Канады я думал, что вот сейчас сделают операцию, и все изменится. И вот это вот звонок от моей бывшей и так далее и тому подобное. Все это
навалилось в один момент, когда я понял, что все, как бы сезон окончен этого сериала, и теперь как-то надо придумывать следующий сценарий для следующего сезона, а он не придуман был. И вот как раз в Болгарию я попал тогда, когда было это пике. И, конечно, я был счастлив видеть сына, но при всем при этом я как-то чувствовал себя не очень хорошо. Я помню, как часто я переживал, просто тосковал, можно сказать, горевал. Потому что это было лето, а Одесса летом — это самое лучшее место на Земле. Я вас не обманываю, а так оно и есть. Это не только мое мнение. Там весело, прикольно, даже во время войны. Круто, твой любимый город. А ты где-то сидишь в жопе в Болгарии. Извините, конечно, но так оно и было. Болгария – это самое унылое место, где я был. Это место, где я увидел Европу курильщика, а не здорового человека. То есть Европа здорового человека – это Испания, это Франция. А вот такие здесь персонажи ездят. А Болгария – это Европа курильщика с колоссально высокими ценами на продукты, на гостиницы, на все, и с колоссально низким уровнем всего абсолютно. Блин, не могу заткнуться. Вот, видите, вот так вот это все смотрится. Ты едешь, и потом так смотришь сюда, смотришь туда, щу-щу. Немножко вам еще курортного городка Поморья. Европа. Тоже то, что меня убило. Я думаю, вас тоже, да? Что это за Европа? Европа класс А? Что они делали здесь все это время? Ну, когда мне просто, знаете, вот это... Ты общаешься с кем-то, и тебе говорят, нам нужно в ЕС. Вот там же Европа. Ребята, вот в Европе. Болгария. Что-то здесь вообще есть? Поморье – это не последний городок, я думаю, в плане отдыха. Что здесь? Тебя могут изнасиловать здесь, затащить в кусты? А, может быть, можно в этот магазин пойти? Кайфануть? Который, реально совдеповский. Что это? Какие-то блоки лежат. Какое-то вот это что это такое? Дерево, да, проросло. Как-то можно что-то здесь покрасить, что-то подделать немножечко слегка. Что-то как-то... Наверное, Советский Союз виноват. Вот я понял. Вот это все ржаво, это же Советского Союза. Понаставили здесь этого. Вот если бы не понаставили в свое время, не построили вот это, так оно бы и так и не выглядело. Согласны? А сейчас что? Пойду в Лидл. Посмотрите, что это такое? У нас девочки в Одессе что-то такое ищут для фотосессии, для того, чтобы винтажа найти где-то. То есть, там вот такая красивая девушка, знаете, с классной фигурой, в одежде красивой, на контрасте с каким-то таким винтажом. Она круто смотрится. Но у вас нереально найти это в Одессе. В Болгарии на каждом углу. Да, из европейского только Лидл. Опять вот оно наследие, видите, все ржавое, мерзкое. Понаставили. Ужас, просто ужас, ребят, честно. Вот, Европа курильщика. То есть, что было в моей жизни в Болгарии? Вот что я могу сказать, это магазин Билла, магазин Лидл, два магазина там было. Это единственное мое было развлечение в Поморье. Вот я выходил вечерком, брал орешки там, набор такой, орешки там, изюм. Потом маринованные огурцы иногда брал с салями. Это, вы знаете, самая дешевая колбаса в Лидле. Во Франции это вообще копейки, а в этом, в Болгарии это стоило дорого все достаточно. То есть я на 15 евро ничего не покупал. Фу, это было отвратительно. Это было ужасно. Видите, смотрю, Дага де Мура. Просто вот... Такой странный выпуск, наверное. Может быть, это будет часть общего выпуска. А может и нет, может отдельно сделаю.
просто отвратительно. Вот эта курица сухая, я ее поел, вот эта лютеница, томат-паста, она же с яблочным повидлом, такое впечатление, что вот, невкусные шампиньоны. И я решил проверить. Думаю, может, мне кажется, что здесь дорого. Ну что, сейчас же все так живут. Как бы инфляция и так далее, и тому подобное по всему миру. Залез, посмотрел, сколько турецкая лира к доллару идет. Мы с Сережей в Стамбуле все время там ходили по ресторанам, и 200 лир мы платили за суши, извините, в одном из самых крутых ресторанов. Мы были, он нас привозил, суши, я взял суши, Филадельфию и колу, стоило 200, да, лир. Я запомнил, что все по 200 там было. Потом мы были в узбекском ресторане, классном тоже в центре. Тоже там я то, что поел, там два блюда, по-моему, и какой-то там, может, кумыс, я не знаю, тоже 200 стоило. Вот так, чтобы вы понимали, 200 лир – это 7 долларов. Да, это 7 долларов. Вот. То есть за 14 долларов можно поесть два раза вкусно где-то в ресторане. В Стамбуле, вы понимаете? За 14 долларов. Здесь я поменял 15, по сути, евро. То есть я снял 15 евро и взял курицу. Так, Дак, подожди. И взял курицу. И два раза на автобусе проеду. И я не поеду там в другую страну на автобусе. Это здесь ехать нефиг делать, понимаете? Вот. То есть, по сути, вот за эту курицу я мог бы обалденно поесть в стамбульском ресторане где-то. Но я ем курицу. Невкусную. И здесь все такое, ну, ужасное на самом деле. Я не знаю, почему это. То есть, как казалось бы, Украина вот она здесь, за углом, за поворотом. И в Одессе все вкусно, и куча разных продуктов, да. Почему здесь так? Ну, мне очень сложно ответить на этот вопрос. Может, Евросоюз убил какую-то там промышленность, действительно, хотя бы консервную, но, ну, шаурма здесь никакая. Вот они называют ее дюнер, но, извините, у нас обанкротились бы они на второй день с такой шаурмой. Потому что у нас шаурма – это произведение искусства в Одессе. Я думаю, в Украине. Вот эта вот курица, ну, блин, ее сложно испортить, курицу-гриль, но такая, ну курица-гриль, ну, просто за 340 гривен, алло. Что это вообще такое? 340 гривен, да, это почти 10 долларов. Ну, это очень можно круто поесть в Стамбуле, в ресторане. То есть, я живу непонятно, ну, то есть, нормальная гостиница, да, но непонятный городок с облезлыми этими домами. И плачу дороже, чем в Стамбуле, просто за то, что я питаюсь дома, в номере, в гостинице. Ну, шок. В какой-то степени. Очередной раз я убеждаюсь, что вот в мире, видите, все как-то так не сбалансировано. Кто меня смотрел в Испании, вы знаете, что в Испании... Так, борщ это святое, пока он горячий, поэтому буду рассказывать. В Испании я на 15 евро затарился на 2 дня. Еще хочу сказать, что цены в Болгарии подсрачные. Вот такое есть слово. Прям реально высокие. Так, давайте туда пойдем. Я не знаю, как они здесь живут на самом деле. Хотя, может быть, и зарплаты выросли там. Жена говорит, что типа 1000 долларов в месяц, наверное, нормальная зарплата. Ну да, это высокая достаточно зарплата. Но, опять же, она говорит, что цены прямо на глазах выросли за последний год. Все очень подорожало. Я так действительно смотрю, там какая-то горчица. Вот все от одного лева стоит. Один лев, это, я уже говорил, $0.5. И как-то у нас стоит местами в два раза дешевле все. Даже не местами, в принципе, в два раза. Сколько я взял пепси, если можно так уже по пепси судить? Так, надо на кассу какую-то стать. По пепси, если судить, то два. Короче, в два раза стоит.
дороже Пепси здесь, типа 80 гривен. У нас 40 стоило, когда я уезжал. Думаю, до сих пор так стоит. 80-70 гривен за бутылку Пепси, это, конечно, жесть, но и это, опять же, вы понимаете, это Lidl, это супермаркет низких цен, это АТБ украинский, по сути. Здесь же, в Болгарии, я затаривался, я не знаю, насколько это была пачечка, салями такая небольшая, это была максимум там банка огурцов. Никогда, кстати, во Франции не берите маринованные огурцы, это просто ужас. В Болгарии еще это было нормально. Потом это были орешки, кола и что там еще было, я не помню. Но какой-то такой совсем, ну это ни о чемный был набор. Какие-то сосиски иногда брал, но, кстати, во всей Болгарии отвратительнейшие сосиски. Там просто какая-то гадость. Вот моя бывшая жена, она же меня, в принципе, и позвала там побыть. И месяц я там был в Болгарии. Она все время любит покупать вот такое все. Самое-самое, и вот она покупала самые дорогие сосиски, я тоже их тоже вначале покупал, ну купил, скажем так, прошедшее завершенное, употребим здесь, и все, как бы, я попробовал их пару раз и понял, что это наши украинские, они в миллион раз лучше, любые. И вот такая вот параша, извините за слово, Болгарии, меня сопровождала целый месяц, то есть по морю это очень угрюмое место, с недостроенными домами. Там такое ощущение, что тоже их не достраивают или не облицовывают ничем. То есть везде вот этот голый кирпич, арматура какая-то висит. И ты думаешь, так, что это вообще, куда я попал? Ох, обожаю я эти дома болгарские. Может быть, кто-то есть из болгар, в подписчиках, зрителях, кто может рассказать всю правду по этим домам, почему они так выглядят. О, кстати, Тимон, берем тебе шляпу. Как у Дика Трейси. Вот это. Я здесь сфотографировался, история обалденная. Телевизия скат. Я не знаю, что это, но это очень круто. Дизайн. В лучших традициях. А чего там, я не помню, что там 90-е годы. Какие-то были банки, помните, их рекламировали. Такие... СНГшная, прям по всему СНГ. И там были примерно такие же дизайны в оформлении. Что это за странное место. Кафешки, естественно, все дорогие. То есть цены европейские, сервис галимый. Магазины галиматья, но надо как-то жить. Ты покупаешь себе это, ешь. Если в Испании, я говорю, я просто кайфовал от того, что я ходил в магазин. Каждый раз я находил миллион каких-то новых прикольчиков, таких вкусняшек, знаете, недорогих. И все время набирал их себе домой и пробовал. А то здесь нет. Здесь даже вот эта моцарелла дешевая, которая евро стоит даже меньше, 75 центов во Франции там, да, или в Испании. Она там стоила типа 2 евро, что-то такое. Но я не знаю, для кого изобрели вот эту Европу болгарскую. Это какая-то очень странная Европа. И что я там делал? Купаться я не мог в бассейне после операции. 2 месяца, по-моему, даже нельзя купаться нигде, хлорки нельзя, соленого моря нельзя. И я сидел целыми днями в комнате, своей комнате, в красивой, ну как красивой, она сама по себе вот такой, в болгарском стиле была, такой ранний лухари, советский еще, с телевизором настоящим, таким ламповым. 16 июля 2023 года. Так вот живет элита в Болгарии. И вот я там сидел, не выходил, потому что что-то депрессовал, действительно. Мне было грустно и скучно, некому руку подать. Единственное, что я иногда выходил, это чтобы записать звук на видео, которое мне скидывал мой кореш, дрон, скидывал Одессу, а я накладывал свой голос сверху, как будто я в Одессе. Редко это нормально получалось, потому что там очень ветрено все время было, и ну, это прям была тоска, печаль. Но все-таки получалось, выкладывал эти видосики из Одессы. И я даже не знаю, вот, что вам про Болгарию рассказать. То есть я там выбирался, какой-то там Слянчев-Бряк или куда, или не помню.
в разные городки периодически вот на автобусе смотрел там, но это, ну, ничего интересного. Там какой-то был святой, не помню, как называется это место. Там, да, для богатеев болгарских было место Святой Влас или что-то вроде того. И все это буду выставлять на Бусти и на Ютубе. Посмотрите. Вот это еще интересное место, потому что там прям очень много действительно крутых тачек. И не хуже, чем в Марбелле. То есть, понимаете, казалось бы, Болгария, вот эти дома, это такой странный контраст. Вот эти недостроенные, убитые в хламину дома, вот это все непонятка. Советский Союз, который, ну, в принципе, не превратился в Европу никак, а только зачах. И вот эти крутые тачки, типа Lamborghini, Ferrari, которые там гоняют. Ну, действительно, много дорогих машин. Вот это удивило, да. А в остальном... Украинцы здесь, вот то, что украинские машины, они по-бедному, знаете. А болгарские... неприлично дорогие. Я не помню, где-то был этот прикол. Или в Топ Гир. Ух, как мне нравятся кабриолеты белые с красной крышей. Это просто. Я еле держу себя в руках. Или с коричневой мне еще нравятся кабриолетики. Белые с коричневой. Так, был такой прикол. Где-то или в Топ Гире, или... в Евротуре, я хочу Евротур пересмотреть. Вот даже GTR есть. Вот, блин, что я не ожидал здесь увидеть, так это GTR. Бентли-то такая. Что-то, я не знаю, французы бы охренели, приехали. Сосогорны сюда такие. Вот у нас Сосогорны, мы так живем круто. Такие серьезные. Какую-то Болгарию приехали, но... болгары лицом в грязь не ударяют, честно скажу. Не ожидал, не ожидал. Правда, чехи едут на BMW. Ну, BMW тут такое. Так, или в Евротуре, или в Топ Гире был прикол. По-моему, с Болгарией. Евротур, там они куда-то попали, они какому-то официанту заплатили там доллары, он сказал, что он увольняется. Ребята там из этого фильма. Потому что он открывает свой ресторан, а потом, вот я не помню, может, они в Болгарию попали, и там было по-другому все. Или в Топ Гир. Они были в Болгарии, а может быть, в Румынии тоже. Пишите в комментариях, если помните эту серию. Там, где Кларксон не ожидал, что такие тачки крутые могут быть в такой зачуханной стране. Да, болгары любят хорошие машины. Тут к бабке не ходи. Давайте еще к Мерседесу пройдемся. Я вам издалека покажу эти домики там. Здесь у нас Стивен Сигал. Ну вот, посмотрите. Ну, хотя это, кстати, уже не очень дорогая тачка, по-моему, если это та, про которую я думаю. Да, она в Одессе, парень на такой гоняет. Я смотрел, сколько она стоит. По-моему, 40-50 тысяч. Ну вот, я уже говорил, что единственная эмоция про Болгарию, это то, как я поехал в один из таких городков за Несебром. И потом не успел на автобус. Водитель автобуса просто сказал мне «пока». Я ему давал наличку, он говорит, мы наличку не берем, только покупай билет на сайте. Я зашел на сайт и никак не мог купить билет. Он все это видел, он знал, что это последний автобус его. И он, тем не менее, эта падла меня не взяла довезти. Вот такие там интересные люди в Болгарии. Долбоеб водитель. Извините за выражение. Все, последний автобус ушел. Там надо было на сайте купить билет. Я говорю, сейчас я куплю, вот уже покупаю. Нет, нет, время. Ну все. То, чего я боялся, произошло. Я остаюсь здесь. Твою налево. Что такие люди такие конченые вот бывают? Вот чего вот ему, я не понимаю. Ну вот я в автобусе купил бы этот билет и все. Или заплатил бы ему так. Нет, он так от денег отказывается. Какой-то, блин, отморозок вообще. Ну... что это такое? Вот о чем? Мы же все здесь водители автобусов долбаки в Болгарии. Я вот вообще не понимаю. Вот что? Что ему не так? Вы можете объяснить? Больной. Именно больной. Ну все, последний автобус ушел.